Вы начинаете обвинять меня в том, что я пехотинец Путина. Он там туда-сюда. Да, я пехотинец Путина. Да, он мой президент, он мой командир. А у вас кто командир? Не Путин? А может ли расшифровать? Он верховный главнокомандующий. Он и есть командир, он и есть президент, он и есть царь. Если этот президент вам разрешает...